Всем привет! Хочу сделать вот такой коротенький обзор. Сегодня был в филиале Розетки, магазина интернет известного, и забрал вот такой жесткий диск. Называется он, вот он, Western Digital, My Passport, объем 500 гигабайт. Ссылочка будет под видео. То есть главная особенность — это USB 3.0. Большинство товаров уже выходит именно в такой позиции. Вот есть такая цветовая гамма. Чем привлекло данное устройство именно покупкой в Розетке? Привлекло вот таким футляром. Футляр называется, ну вот, фирма Порт делает для 2,5-дюймовых жестких дисков внешних. Вот. Модель называется Берлин. Значит, купил я этот жесткий диск своей жене. Это мой второй жесткий диск в жизни. Внешний, я имею в виду. Вот. Первый выглядит вот таким образом. Вот. Надпись Western Digital уже практически стерлась. Это на 160 гигабайт жесткий диск. Прошу прощения за наклейки. Просто, чтобы не царапался, клеился. Тоже называлась модель My Passport. Использую с 2007 года. Ну, никаких нареканий нету. Поэтому, памятуя, что компания Western Digital создает именно только свои диски, в отличие от многих других, используя, например, Samsung или Hitachi, то решил вот приобрести по отзывам вот такой жесткий диск. Чехол достаточно хороший для данного жесткого диска. Вот. Вот так он выглядит. Здесь есть небольшое крепление моли, как его называют. И, естественно, имеется небольшой кармашек для мелочей. Ну, вот, собственно, таким образом выглядит сумочка. Есть кабель. Резиночки держатели самого жесткого диска. Ну и жесткий диск выглядит практически такого цвета. Жене такой цвет нравится. Вот, называется он My Passport. Даже если сравнить с паспортом предыдущего поколения, конечно, компактность, вот она налицо. Вот так он выглядит снизу. Вот резиновые ножки. Уже пробовали подключать его. Скорость передачи данных, конечно, быстрая. Где-то 12 гигабайт примерно за 7 минут. Не знаю, насколько это быстро, но это быстрее, чем... Вот я пробовал эти 12 гигабайт передать моего жесткого диска с компьютера, с ноутбука на мой старенький жесткий диск. Ну, это быстрее, конечно, работает. Коробку, я думаю, описывать особо не стоит, так как уже распаковывал данный девайс там, сразу осматривал его, чтобы сумочка была целостная. Диск все-таки это подарок, поэтому особо описывать коробку не буду. Ссылки будут все под видео. Единственное скажу, что чем привлекло, то есть на чехол была 8% скидка, сразу шла. Поэтому он, конечно, оказался дешевле, чем он стоит без скидки. Комплектов брать было дешевле. Так, всем спасибо. Надеюсь, диск будет радовать свою хозяйку. Все подробности будут ссылки под видео. Спасибо. Удачного пользования.